Здравствуйте, дорогие подписчики и все, кто смотрит за нашим каналом. Меня зовут Александр, компания «Стройгарант Анапа». Мы обещали отвечать на ваши вопросы, вот подготовили несколько вопросов и дадим вкратце ответ. Первый вопрос – это с чего складывается цена и почему иногда меняются цены? Ответ здесь очень простой. Как правило, чем больше рисков, тем получается у нас ниже цена. По цене ситуация складывается так. Когда вы приходите покупать дом и видите еще чистое поле, где нет ни одного дома, то, конечно, у вас большие риски. Как было здесь примерно год назад. Люди пришли покупать, а видят только поле. И у них были, большие вопросы. Надежность застройки, сроки, как все будет и так далее. Но, тем не менее, они рискнули. И на данный момент мы уже возвели 74 дома, 25 семей уже проживают здесь, и цена между тем годом и этим 700 тысяч разница. То есть это была очень такая хорошая инвестиция с их стороны. Поэтому успевайте покупать именно на сегодняшний день. До Нового года подорожание не предвидится. Потом 100% цена пойдет вверх, потому что подключим уже первые дома к газу, проложим асфальт на первой улице, и цена однозначно будет выше. Сейчас у нас плюс идет акция «Отделка до Нового года в подарок». Цены на данный момент такие. От 4 миллионов 550 тысяч до 6 миллионов 800 тысяч. Задают также вопрос по поводу газа. Когда будет в нашем поселке газ? Точные сроки. Ответ такой. Проектная документация вся уже есть. Поэтому на коттеджном поселке Морской проблем с газом нет и не будет. Почему? Потому что здесь планируется проживать 250 семей. Сотрудники горгаза сами предложили нам услуги, а не мы к ним обращались. На данный момент уже подвели буквально 3 недели назад к каждому дому флянцы. И в ближайшее время уже подготавливаются документы, чтобы те семьи, которые проживают в поселке уже, кстати, больше полугода, мы в первую очередь их будем подключать к газу. Это будет в ближайшее время, друзья. Вопрос также есть, когда будет асфальтирование дороги. Друзья, чтобы вы понимали, мы не асфальтируем дорогу не потому, что нет бюджета или по каким-то еще причинам, а причина очень проста. Пока на поселке ходит тяжелая техника, мы не можем заасфальтировать дороги. Вот в ближайшее время первая улица Солнечная, там все работы уже сделаны, тяжелая техника ходить не будет, газ, трубы проложили уже, закопали все, и в ближайшее время, опять же, Солнечная улица будет заасфальтирована. Спасибо вам за ваши вопросы, ждем также еще других вопросов. Помните, что отдыхать на море хорошо, а свой дом на юге еще лучше.